День второй. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы так быстро работаете. Я утром приходила с камерой, был только рисунок еще. Да, у себя.
хорошо, хорошо. Второго этажа. Да. На второй этаж подниматься сразу. Это. Так, значит, я выйду встречу вас. Я ничего пройду еще раз. Проходи. Хорошо. Хорошо. Давай. Сколько стоит книжка? 500. День третий. Мне вот одна эта получилась так, что подарила мешок красок. Я же так не могу взять эти краски. Она мне ничего не надо. Я сейчас не пишу, занимаюсь декоративкой. Я так не могу. Давайте я вам какие-то картины. Привезла 5 картин. Она мне честно сказала, мне это не вдохновило. Я говорю, она были лошади, у вас были лошади, давайте. Я ей перевезла лошадь. Я ставила просто вот чисто. Смотрю, звонка нет, блин, не понравилось, она будет валяться моя. Оля позвонила, сказала, ведь это просто я, такая энергия, я прихожу, я отдыхаю, мне она так нравится, мне такие глаза. Я просто груз душу упал. Она мне на выставке не села, и женщина хотела купить, что находила, ходила. Ну, много немножко денег не хватило. Может, придет на эту выставку, как обычно бывает, через год не надо. Картина нужна на Можно очень. Да. Пусть даже ее хотели купить, ее смотрели, очень какой-то смотрели. Но я ей отдала с этой, как бы с чистой такой энергии, не жалко. Ну, запасть у вас. Какие не нужны, да? То импортными красками ты тем более напишешь. Конечно. Угу. Поэтому надо исходить, ну как сказать, из стараться из того, что есть уж. Вот про умное решение. Ирина Безяева привет передавала, придет. Я говорю, приходи там, дала это самое, если что, я тебе проведу, говорю, приходи. Вот. Всю ночь с ней болтали, у нее сегодня ночевала. Всю ночь болтали, я говорю, приходи, там такой русский плюс. Где за столом котик сидит? Мы на первом арт-салоне вместе же были с соседями, да? Да вы что, Рустам, я когда увидела, вот с кем я стою, с Матвиенко и с этим, я думаю, блин, я туда ли я попал, но очень удачно. Хорошая работа. Спасибо. Мы познакомились. Хорошего дня. Вечером еще приду, продолжу хронику. Thank you.
верно. Спасибо. Thank you.
день, третий вечер. Утро. Вот это, кстати, его техника, я у него этот видел, он показывал нам, когда мы
Челябинском пленэре были Туржанского. Очень много, это очень помогло ему. Огромное спасибо, конечно. Поэтому я сам, когда туда езжу, я об этом рассказываю, чтобы облегчить технику художника. Очень помогает, кстати. Я попробовал, я там целая степень поддерживалась. Это лучше не английскую краску, да, делят? А сиену натуральную все жены подкладку делают. Вот. И она тогда она не будет не перезеленить. Она будет экранировать. Надо под каждый цвет класть его противоположность. Контрастный, да? Да. Вот синий, вот я, видите? Да. Желтый сиену положил, да? Вот и красный, например, зеленый можно положить, да, тогда. Если боишься, что ты его даже перекрасишь, да, чтобы не перекрашивать, вот такие вещи. В целом, под теплую гамму, да, я холодную подкладку сделаю. Да. Вот твои люди отослужили, там вся картина, она там быстро. День 4, вечер. Продолжение следует...
15 назад, что вот я как-то не могу.